Всем привет, делаю видеообзор двухспальных домов на Очевенге. Вот этот дом, который я сейчас показываю, без мебели, он стоит дешевле. А вот этот с мебелью, давайте пойдемте посмотрим его. Так, сразу же отмечу минусы. Здесь есть курицы, которые орут. Там петухи слышно. Вот, какое-то маленькое болотце рядом. Ну, может быть, из-за того, что сейчас дожди были сильные, и болотце это есть. Может, его и вообще нет. В погоду, например, от февраля до октября. Внизу видим огромное пространство, можно что-то придумать. Вот, если заезжать на долгий срок. Заходим в сам дом. Видим, большая терраса. Штучка, кстати, это хорошая очень. Здорово, что они повесили. Есть стол, 4 стола. Стол, 4 стола очень простые. Диван новый, телевизор. Здесь у нас спальня. Все приятно выглядит. Есть кондер, шкаф. Так, смотрим, как санузел сделан. Санузел сделан хорошо, никаких нареканий нет. Не хватает москитных сеток. Здесь что-то не доделали. Ну, видимо, из-за того, что только что сдали дом. Может, дотюнят в ближайшее время. Так, я вижу роутер. Значит, здесь хороший интернет будет. Видите? Такой дом здоровенный. Часы крутые настенные. Заметили, да? Две комфорки. Чайник, микроволновка, две раковины. С холодильником подвели. Купили маленький. Могли бы и побольше купить. Так, по поводу посуды посмотрим, что есть. Все еще не распечатано. Купили. Так. И пойдемте посмотрим еще одну спальню. Ага, в этой спальне у нас только односпальная кровать. Ну, видимо, тайцы, у них там бюджета не хватило. Купили по минимуму, по идее, здесь, конечно, хорошо бы смотрелась вторая большая кровать. Так, ну так в целом, более-менее. Санузел тоже в порядке. Все нравится, всякие есть штучки, куда можно положить шампуни. Опять что-то не доделали здесь. Так, приятный дом. По расположению надо понять, что-то как. Только пожив в нем, можно понять, насколько он хорош. А так с виду достаточно комфортно. Светло, просторно. Потолки большие. С вами был Лев из компании Балтимор.